Вот, Лоб, сюда подойди к этой метке. Начисли это, Лен. Кому? Вот сюда, ну, вот, да? В угол забиваешь. 250. А вот так 250. Вот. Подождите, ну стопните флот, Лёш, еще раз, кому? Эрнест, 250. Эрнест. Хотя нет, не 200, а 350. Этот Рога, соточку, и Ганвест. С этого пула увеличу. Я помню свои 250 в этом углу. Как, поставьте, пожалуйста. Где тотем на сопротивление? На перифазе его не было. Кто ставит тотем на сопротивление? Прям в упор заходите в стену, не будет откидывать. Шаманы, кто ставит тотем на сопрот? На перифазе его не видел. Кисло, заходишь в рейд? Там, потому что надо в две метки тотем ставить, они не достают. Поэтому, может, в одной стоял, а до других не достает. Я стоял между меток, не доставало. А вот танку говорили, что нужно сопрот? Кому? Танк. Танк, где сопрот? Какой я? Мон. Не я. Мета, выпей. Че, пристабал будет? Женек. Кисло готов. Шайпаем. Бафы. Бафните приста. А, все есть, он еще от старого. Такая выписа провод. Зоны уже должны были выбежать. Ганвеста, Локи, Кирс. Топнули по боссу. Зеленый. Очень близко держится, а дальше к стене должны отходить. Служи вышли. Хил. Возим, нет? Стоп, не надо. Стопните, блядь, никто не бьет. Ждите красного. Не хочу. Стоите на позиционке, херолы. Доты не обновляем. Где красный? Штат у меня написан. Переводите бот. Красный забагал. Стали по меткам. Может получиться что-то любопытное. Рахил. Три зеленого сливаем. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Служу.
Пельмени. Ой, красный появляется. Красный. Через босса ведем. Точнее, стойте, РДД зоны. Блин. Ты дебил? На хуя это сейчас было сделано? Прям на колбу хуярит. Интересно. Что там тихо? Просто понял. Сагрил бы, блин, не успел диван дать. Давай поднимайся. Лежит на клубе. Просто. Что, на мосре же нет КД? Не вообще. Сейчас я чуть-чуть попью. Следующую тысячу. Сказал же, блядь, веди под босс. Какого хуя ты туда вообще повел? Жноен, блядь. Лаги? Сейчас с ЛФГ будешь лагать. А я на переходке правильно красного вводил? Кота? Бафы раздаем. Денчик женет старик кесы. Бафов нет. Да. Еще раз. Каску у друида. Каску по друидам. Даю что. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штам чумы, который уничтожит весь Азерот. Стоит на пол дать это. У меня окно подвисло маленько. И сорвите. Зеленые. 83%. 83, стоп, домой. Два. Ждем красный. Переводим?
Кто не Идем. Бьет, ждем красным. Красный. Вы уже вышли. Босса ты веди, куда ты, блядь, ведешь? Меткам разошлись. Три. Кучная, станьте разобрать. Вы уже вышли. Красным милики не свечить. Хил. Враска. Враска, где? Враска. Да он что видит? Что ты паникуешь? Звезду станьте РДД. Зеленый, позиционка под зеленого. Милики, РДД. Пойдем. Пельмени. Красный 39%. РДД сливается, это милики по боссу. Готовьтесь к перефазе. По боссу 1%. В кучу РДД встаньте. Стали по меткам. Еру дайте. Быстрее, по меткам. Раз. Сливаем побыстро. Все, встали на позиционку. Пашка лови. Кити, ты пошли менее осторожно. Химбомба отводи. Отводи и разворачивай обратно.
Обратно идти, да? Да, обратно. Враска твой будет первый. По танку, который сейчас стоит. 4. Отведи от лужи. Диван по ним. Забери. Приходите за лужу. Эрнест, твой будет второй по мне. Скажу правду. Оставил по фрейм сюда. Все, забирай, давай по мне, Эрнест. На тысячу никто не рискует. Эх, где же пояс? Пресните, пожалуйста. Колбочка. Я пиздец лагал. Те, кто стрим смотрит, они видят, как это... Стоит, хуяк, все быстро проходит. Блять, я еще как-то выжил. Везение не иначе. Ты просто ты даже лагающий, ты 1000 ГП не хотел. Смотри, получается, я щиты раскидываю, да, вот 15 человек проходит, и только потом я вижу, как то, что я 15 людей назад, блядь, начинают раскидываться щиты. Может, это не лаги? Это задержка, он мне сейчас... Сколько, 800 стоит, да? Да. Есть, все тринки на 800. Сагрел. Он... Нет, не я. Эрнест. Я обычно разрадивал в Винтерсе. Да я тупанул, да, блядь. Нечего сказать. Я вот это сейчас разрадил. Я могу вернуть, если что. Не в этом. Мне она не нужна, если что. Ну, кость отдать. Накинь на ролл еще. Провокатор вернулся, если что. Даркиса убери уже. Еще кровавый квартал, и на этом на сегодня все. Принцы Ланы. С Ланой? Да. Чувак.
Бон, спикнешься сюда в танк. Да, хорошо. Просите клинка, пожалуйста. Ты видишь, никто не захотел 500, ой, 1000. Становились на жену Эни. А то, что СС-а не было, это ГП? Там СС-КД был. Один лот кидал, на втором пале был СС? Да, на втором были. Ты какой, сука, доскональный, а? КД пишут, КДшку. Я вижу КДшки всего рейд. Эк, аккуратно, пристов до хера, палов до хера, контрольцы. Лёша, боишка. Чело трошечок побить. Одного не законтролили. БПшка паладином, да? Да, я двоих законтролил, троих не могу. Вот, где ты стоишь, вот кнопочка. О, а это ты по Фениксу смотришь или по какому Адаму? Ну вот эту всю фигню КД там чужие. Есть кора, аддон. Еще одна боешка, Леш, уже хорошая, с кольцом. Бой идет, блять, не могу забрать. Не агрите больше. Продай боешку. Потом пусть рейда. Дели. Вот здесь вот, где я стою. Так гниющее кольцо так и не дешевеет, да? Я когда-то за 20-ку отдал. Ну, я за 8 брал. Все, поехали дальше, контроль раздавайте. Череп поставил, первый череп. Если тут? Нет. Что, лича завтра пробуем или нет? Что? Лича пробовать будем? Угу. Да, иди до него ночью. Завтра. Я завтра говорю, не сегодня. Мозера же надо Джайну убить. Да, Мозер?
что там страдать? Джайна не такая сложная, как кажется, речь сложная. Джайна вообще манекен с какими-то словами прописанными, стрёмными. Иди посмотри. Вот если брать вот настоящий рейд, да? Ну тут мало мили. Можно еще больше РДД зоны. Так, короче, этот, вон, твой будет Талдеран, мой Валанар, ДКшка Келя под... Ставлю рыбу, чтобы агро не рвали. Так, даю проверку. ДК, смотри. Звезды. Подожди, принес. Ставим тишину. И вот сюда вот. Ну, то есть, двухпышку кидаешь. Вот сюда за угол спрячешь, чтобы тебе подойдет сюда. Да, хорошо. Женек, ну то дайте по Женьку. Все, поехали. Глупые смертные. Думали, что да подходите. Нет. Сан-Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь... Наши силы едины! Оксана, был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. На вихре вперед пробегаете. Вихрь. Не все в одной куче вычу. А, кстати, забыл предупредить, РДД зона. Одна кинетика падает, всем РДД 250. Сейчас подняли. А уже поздно, бой. Падает 2500. Третья РДД зона, без. Нихуя чисто, ни одной сферы. ГП творят чудеса, да? Вообще, прям смотри. Вихрь. Все.
сцене падает. Вихрь, милик. Дурама добивайте. Я повис. Сзади, 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 сова там, поднимай. Моя королева. Почти. Они идут. Дальше. Убили, нет? Так, Лёх, можно релокнуться? Релокнуться. Ставьте почту, пожалуйста. Сова, ты чё, блин, шлёшь там? Кладки, что ли? Конечно. Да я шею, камень отправил, а он не приходит. Что России? Ну вот же тут притормаживают почту. Случайно не со мной, плюс 400 на число. Надо было с комментариями не заслужили. Артемиды на Сауруфе било. Меня слышно? Да. Артемиды на Сауруфе. Черт. Сказал на Сауруфе и попал. Дальше. Говорю на Сауруфе. Не, на полке. Опять не было слышно, еще раз говорю. Короче, ладно, похуй.
Вот это было слышно. Как уйти от ответа? Я хуй, я все услышал. Все до 15-й позиции, включая ДПС на Саурфе, проходит на Лича. Там все там проходили, кроме Кис. Киса там чуть-чуть, там 300 ДПС у него, по-моему, 14-700. Колдбонус. Завтра, да, вы захвалили. Ну тут опять стоит учитывать, что... Неловко есть. Я лично не знаю, надо волю нас отставить. Вместо этой хрестовой. Да, надо грохать кличка. Я завтра работаю сутки, а потом меня в день выводят на работу. Я вышел в ДД? Да, в ДД. Так, сейчас. Триста 356 общий ДПС рейда. Лена? Неплохо. Я тут 280 убивал, ты чё? На 50 меньше, чем в майн рейде всего. Раньше было больше 100. Лена, ты тут? Да. Слышно меня в дискорде? Да, слышно. Сколько ГП стоит вот этот топор? 825 написано на main рук. Это не main рука, это offhand. Off рука 275. В смысле, по максимальному ГП я имею в виду. Это топор 1.5, он offhand идет, поэтому он стоит 275, которого ты сейчас линкуешь. Ни один человек его не оденет в main hand. Так у нас же все пухи за фул ГП, несмотря на то, что куда они идут. Давай перестам начислять тогда за оффхант полное. Ну ты же начислил ханту за за мейн пух. Ну какая у ханта мейн пуха? Арбалет. Фалик, который берется в третье гнездо, а не в оффхант. Рога тоже начисляют за фалик в третье гнездо, тоже за фул. Ну заклятва фул ГП. Клятва тоже фул, господа. А у него main hand берется за фул. Main hand с оффхендом — это и есть ваша клятва. Но это не есть моя клятва плюс мой фалик. Ну так у него тоже фалик. Два топора — это ваша клятва. Фалик одинаково. Еще раз даю проверку. Только клятву, да? Клятву 1800, а не 1800. Дайте лапу. Лапу дайте, укусы это. На квадрат даете на пол. Дает чё-то. Да. На него на пуле, наверное. Первое место, наверное.
он заводал. Чайно. А чё у нас хил-сукус? Или должен сбежить здесь? Там похуй, кот стоит ебашит. Какой хил? Кушан же, но и стали. А это оба РД. Кот залагал, так что убегайте. Рейндж там берите. Косо. Начинаем представление. Еру дайте. Пять секунд укуса готовьте. Секунд внушения страха. Антифир дайте по мне. Хил рейд. Рейндж, прожимки. Ем на хп. Начинаем представление. Трогай, не убегай. Укусы раздаем. Ну садитесь, пожалуйста. Ауди убейте. Это за контроль. Все, можно валить, да? Нет, еще никто не дала. Не, ну в смысле вообще, если, ну, в город. В город, да, если не нужно. Тебе на мейн спек надо? Это ж обычная, не? Сейчас начись. Тебе не надо, провоз.
Че, опять протокол? Не, просто я тогда обычно, я так ролил лишь, когда ты говорил, ну, обычную, я так нажимал сюда, в смысле. Паролу дынчик. Все, на сегодня все. Подождите, ЕП-шку, да. Все, валите. Адмирал, агримарку ставь. Или Беладон. Банк открыл. Я на кресте. Понял. Беладон. Кого это волнует? Ставь порт. Купи себе специально.